Ассаламу алейкум всем, за всех братьев, за всех друзей. Ибрагим, старший брат, ты сам знаешь, я желаю тебе все то, что желаю самому себе. Люди, наверное, устали от этой пословицы, но я грузинскую одну пословицу скажу. В Грузии так говорят: золото испытывается огнем, женщина испытывается золотом, а мужчина испытывается женщиной. И мы надеемся всеми братьями, что эта женщина испытает тебя в лучших образах, с лучших сторон, что с этой женщиной ты найдешь искреннее счастье, любовь, взаимопонимание, благополучие, что с этой женщиной ты создашь ту самую семью, о которой мечтают эти братья, так же, как и я мечтаю. Я желаю, чтобы в твоем доме смех никогда в жизни не потухал, слезы, чтобы были только слезами счастья, чтобы деньги были всегда лишние, чтобы крик и плач был только детский, брат мой. Счастье твоей семье. Все в этом мире, в этот грязный, как бы ни было, да, 21 век, говорят только лишь о деньгах, брат мой. Мы же знаем это с тобой, да? Все забывают обо всем, видя эти бумажки, верно? Но все, каждый из них забывает, что за деньги невозможно купить любовь. Можно купить лекарства, но не здоровье, брат мой. Можно купить книги, но не мудрость. Можно купить служебное положение, но не уважение. И можно купить женщину, но не любовь, брат мой. Я уверен, что с этой женщиной ты женишься сегодня по любви. И я желаю вашей семье, чтобы любовь эта никогда в жизни не потухала, чтобы в вашей жизни семейный ваш очаг не потухал, чтобы белых полос было намного больше, чем черных. Счастья тебе и бараката в твоей семье. Баракалла, брат мой.